В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав проректор з медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету, директор університетської клініки Центру боротьби та протидії коронавірусу В'ячеслав Олексійович Полясний. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про карантин вихідного дня, нові штрафні санкції за неправильне носіння масок в громадському транспорті та приміщеннях, а також про можливий локдаун на новорічні свята. Тож почнемо з такої резонансної теми, як карантин вихідного дня. Як ви ставитесь до такого методу протидії розповсюдження коронавірусної інфекції? Государство, общество в условиях пандемии всегда находится в таком состоянии, когда нужно найти какое-то оптимальное решение. А какие ограничительные методы вводить для того, чтобы максимально замедлить распространение инфекции, в данном случае коронавирусной. И, наверное, со стороны нашего правительства введение карантина выходного дня это был такой пробный шаг, да, в котором они надеялись, что коронавирус затормозится, да, то есть не будет такого обширного роста, который сегодня происходит. Прошло 2 недели, к сожалению, карантин на выходного дня не показал свою эффективности, интенсивность роста высокая. Ну, скажу, что такие страны, да, наиболее сегодня такие вот, у которых нарастает количество больных, это Бельгия, Чехия, Польша и Украина, то есть мы являемся лидерами Украины, да, вот они сегодня, европейские страны приняли ряд ограничительных мер, вошли в локдаун жесткий, и у них заболеваемость в некоторых странах выровнялась, как в Румынии, а в других вообще пошла на спад. Да, у нас, к сожалению, не наблюдается такой тенденции, и это серьезный вызов для нашего государства, серьезный вызов для системы здравоохранения. И я думаю, что все-таки наше правительство придет к тому, что будут вводить все-таки более жесткий такой вот локдаун тотальный в нашем государстве. От досить часто ми зіштовхуємося з думкою людей про те, що людина може захворіти і в будь-який інший день. Ми нещодавно проводили соцопитування і нам казали, чому я повинен захворіти саме у вихідний день. За словами головного лікаря Черкас Всеволода Кульчивського, інкубаційний період коронавірусної інфекції становить 14-28 днів. Тобто карантин вихідного дня не дозволить стримати зростання хворих. От як правильно, на вашу думку, удосконалювати цей карантинний захід? Дело в том, что, видимо, логика принятия такого решения по карантину выходного дня была в том, что, делая 2 дня перерыва ограничения для общества, у нас не будет резко снижаться количество контактов на улице, в магазинах там, и так далее. И это даст там какой-то там в краткосрочной перспективе через 2 недели снижение распространения заболевания. Ее очень много критиковали, да, я чисто, если так смотреть это со стороны политической, то, видимо, решение было обусловлено тем, чтобы максимально оттянуть введение полного локдауна для государства. Я думаю, что те страны, которые вводили адаптивный карантин, те страны, которые искали решение, похожее на карантин выходного дня, сегодня, к сожалению, тоже перешли к тотальному локдауну. Та же Швеция и другие страны. То есть они понимают, ну, к сожалению, других инструментов для замедления распространения инфекции нет. Карантин – это же не лечение, да, это просто определенная передышка для того, чтобы государство могло подготовиться к большому потоку пациентов. Вот, поэтому карантин, ну, это не работает. Чи продовжує наразі роботу університетська клініка Міжнародного гуманітарного університету, Центр боротьби та протидії коронавірусу, який створений з ініціативи почесного громадянина міста Одеси Сергія Васильовича Ківалова? Да, ми зараз дуже успішно працюємо. Я вважаю, що проект Сергія Васильовича Ківалова в плані створення Центру протидії коронавірусу був якраз своєчасним. Развитие пандемии показало действительно качество этого продукта. И мы когда видели, как распространялась заболеваемость в Одессе, то есть мы смогли обеспечить своевременное выявление среди студентов и профессорско-преподавательского состава как
Национальной юридической академии, так и Международного гуманитарного университета, оказание медицинской помощи. Сегодня все студенты, преподаватели, которые есть, они полностью обеспечены медицинским сопровождением. Сегодня болеют, несмотря на то, что уже, в общем-то, образовательный процесс перешел в дистанционную форму. И очень много людей обращается к нам и из города, и мы чувствуем, насколько мы востребованы. Тобто такий соціальний проєкт, який потрібен у такий складний час. Вже тиждень в Україні діють нові штрафні санкції за неносіння масок у громадському транспорті та у приміщеннях. Чи є аргументованими санкції у розмірі від 170 до 255 гривень? Ну, мені зараз складно сказати, наскільки правильно была разработана система тарифов штрафных для больных, для людей, которые не носят маски. Вот. Могу сказать одно, что маска – это один из сегодня тех инструментов, который значительно снижает риск заражения. Вирус является дозозависимым, и чем больше вирусов попадет в организм, тем тяжелее, как правило, и быстрее развивается болезнь. Маска позволяет задержать вирус, особенно для тех, кто является носителем его, как минимум в 5 раз. Да, и это очень важно. Да, прежде всего, маска – это не защита себя от больных. Мы не знаем, кто из нас инфицирован, кто и нет. Да? И, к сожалению, вирус протекает без симптомов. И самая высокая заражаемость возникает как раз именно в тот период, когда он протекает бессимптомно, перед первыми манифестами заболевания и в первые дни после начала. Поэтому масками, конечно, нужно пользоваться. Это прежде всего элемент социальной культуры. То есть, ну, полгода показали, и все страны, независимо от Юго-Восточной Африки, Америка, они все, в общем, Соединенные Штаты, Европа, ну, однозначно признают ношение масок как очень такой действенный инструмент. До речі, у першу хвилю тотального карантину Кабмін не казав, як саме носити маски. Наразі вже ухвалили, як правильно носити маску. Вона повинна повністю закривати рот та ніс. Тобто тепер державу не можна обдарити носіння маски на підборідді чи у кишені, як це робили більшість громадян нашої країни. Але знову ж таки, де слід носити маску? Взагалі, де більше всього скупчення людей? Ну, если говорить о скупченности вируса, то входными воротами и выходными воротами для вируса являются прежде всего слизистая носа и носоглотки. Ношение маски, только прикрывающей рот, абсолютно неэффективно. И то есть, ну, поэтому маску действительно нужно носить, полностью прикрыв нос. Это немножко может быть неудобно и в плане там, обеспечения дыхания, и все, только это нужно просто привыкнуть. Врачи, которые работают, часами стоят в масках, в операционных, и ничего, то есть привыкают. Это дело вопрос привычки. Вот, поэтому маску нужно носить правильно. До речі, громадяни України зверталися до Міністерства охорони здоров'я, що маска їм затрудняє дихання і таке інше. Так от, в міністерстві дали відеозвернення щодо того, сидить лікар та каже, що так, ми не можемо сказати, що не потрібно носити маску. Маску потрібно носити, але менше виходити на вулицю. Тобто так, і не буде затруднятись дихання, їм і людина менше буде виходити на вулицю. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні заявив, що повний локдаун зведе захворюваність на коронавірус до мінімуму. Зовсім скоро новорічні свята. Чи можемо ми очікувати на локдаун? Исходя из той динамики развития заболеваемости, которую мы имеем, а у нас очень стремительно в Украине растет, ну, считайте, даже по Одесской области, если отслеживаем прирост заболевших, да, там, по сути, каждый день мы получаем плюс новых пациентов. Это, конечно, очень сильно, колоссально перегружает сеть лечебных учреждений, и развертывание новых коек просто может не успеть за количеством поступающих больных. Кроме коек, нам же нужен еще и кислород, и персонал, и так далее. И такая ситуация в целом по Украине. И по расчетам, которые сегодня формируют Центры общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, количество заболевших свыше 30 тысяч в день
Украина может просто не обеспечить. Ведь надо понимать, что из этих 30, как минимум 20% это будут тяжелые, и которых нужно будет положить в интенсивную терапию и обеспечить соответствующее сопровождение. Вот, поэтому я думаю, что если так дальше будет продолжаться, то где-то в первой декаде декабря точно станет вопрос о введении полного локдауна. Коли варто очікувати вакцину? Ну, мне трудно сказать, когда, потому что это ж сложный переговорный процесс между государственными и производителями. Но из той информации официальной, которая есть, на первую партию вакцины мы можем рассчитывать в первом-втором квартале следующего года. Но это не значит, что она будет вся доступна. Потому что для того, чтобы обеспечить даже при 100% или каком-то количестве вакцины в стране, очень быстро охватить все население, развернуть огромное количество прививочных пунктов, а вакцина двухкомпонентная везде, то есть это каждую вакцину нужно делать два раза, на это только на всю кампанию вакцинальную может уйти 1,5-2 года. Вот. И я не думаю, что вирус будет ждать с трепетом, когда мы закончим вакцинацию. То есть вакцина – это просто один из элементов. Вот. В любом случае, так или иначе, элементы общественной гигиены сегодня являются единственным, пожалуй, элементом, который позволяет нам обеспечить комфортное существование с вирусом в какой-то длительный период. Чи потребують зараз медзаклади України перезавантаження? Ну, що ми розуміємо під перезагрузкою? Зробити новий подих. Ну, я не думаю, що система здравоохранения у нас так. У нас, слава Богу, сохранилась медицина, а система здравоохранения у нас, к сожалению, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Я имею в виду систему управления. Да, из-за этого мы имеем проблемы, мы постоянно догоняем, мы не работаем на опережение. И в этом большая проблема. У нас никто не занимается сегодня нормально превентивными мероприятиями. У нас мы по тестированию катастрофически отстаем от всех стран. У нас только, если мы говорим, что у нас из 10 тестов, 3 теста это 100% выявляют пациенты. А это значит, что тестирование делают уже практически все больные, а те, которые носители, не обращаются. И я не думаю, что сегодня есть какое-то время, какой-то карт-бланш у системы здравоохранения для того, чтобы перейти какую-то перегрузку. К сожалению, мы вынуждены будем жить в состоянии такого цейтнота и догонять, если мы не будем делать других шагов, конечно. Цього тижня ми спілкувалися з експертами у галузі економіки. На їх думку, більш правильно було б закрити все на 2 тижні, щоб всі були в рівних умовах. Чи знизило б це рівень захворюваності, на вашу думку? Ну, опыт тих стран, які вводять тотальний локдаун, показує, що це працює. Но этот метод очень хорошо работает в странах с успешной экономикой и которые имеют какую-то подушку безопасности, обеспечивают какие-то преференции или возможность гражданам, которые там, или предприятиям, которые в данный момент не работают. У нас, к сожалению, это не происходит, и, соответственно, это вызывает определенные протесты среди предпринимателей. Но в чисто медицинском плане такие мероприятия, конечно, эффективны. Вот. Они дадут возможность системе немножко, как вы говорите, да, там, перегрузиться, да, восстановиться и бежать дальше. Елементарні поради для українців, одеситів, що робити, якщо вони почули ось цей діагноз COVID-19? Варто хвилюватися чи ні? Ну, к болезни нужно относиться серьезно. Сейчас увеличивается количество заболевших более молодого возраста и увеличивается количество больных, у которых болезнь протекает более тяжело, чем это было, допустим, летом. Это связано с разными причинами. Сейчас, будем так сказать, сезон вируса, и он очень активно и комфортно себя чувствует и гуляет по нашему организму. Каждый должен себя воспринимать как потенциально зараженный. Ну, если он, конечно, не переболел, подтвержденно
этой болезнью, да, и то, что он может представлять опасность для окружающих, особенно для людей старшего возраста, потому что для них риски осложнений и летального исхода достаточно высоки. Надо понимать, что медицинская система перегружена, поэтому нужно все ограничительные мероприятия, которые рекомендуют, мы же не сами придумали, там Всемирная организация здравоохранения, которая работает в других странах, они работают, и это позволит обезопасить себя от заболевания или снизить вирусную нагрузку для того, чтобы болезнь протекала более легко. Дистанция, маска – это являются, наверное, одним из основных инструментов, которые сегодня позволят нам обезопасить себя. Як проходить реабілітація вже одужавших після ковіда, та чи готова наша система до надання якісної реабілітації? У мене нет інформації о том, що существують какие-то нормативно-правовые документы, рекомендации, протоколы в нашей стране по реабилитации больных, перенесших ковид. Это сложная система, для многих это и большая психологическая травма. Очень многие получают большие проблемы с работой дыхательной системы. Многие нуждаются в дополнительной кислородной поддержке на дому. И, конечно, реабилитацией надо заниматься серьезно. И мы вот в рамках нашей университетской клиники, Центра противодействия, сейчас ищем какие-то инструменты общедоступные, ведем переговоры с реабилитационными учреждениями вот, для того, чтобы обеспечить преемственность между лечебной сетью и этими учреждениями. Надо не забывать, что люди выходят с ослабленной иммунной системой после вируса, после заболевания, и они нуждаются, конечно, и в общеукрепляющем восстановлении, в том числе в восстановлении работы как сердечно-сосудистой и дыхательной системы, так и нервной системы и других. Дякую вам, В'ячеславе Олексійовичу, за компетентну розмову. Нагадую, що в студії був проректор з медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету, директор університетської клініки та центру боротьби та протидії коронавірусу Міжнародного гуманітарного університету В'ячеслав Олексійович Палясний. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».